Уважаемые горожане, на сегодняшний день подходит к концу голосование за общественные территории, которые в 2023 году приведут в порядок. На сегодняшний день очень мало голосов, очень мало людей приняли участие в голосовании и отдали свой голос за благоустройство общественных территорий. Если мы не наберем необходимого количества голосов, средства уйдут в другой город, в другой регион. Когда-то здесь ничего не было, и благодаря активности наших жителей инициативных, на сегодняшний день у нас есть замечательный двор, детская площадка. Нашим детям и пожилому населению есть где проводить время. Призываю всех принимать активное участие в голосовании, выбирать те парковые зоны, которые вы бы хотели благоустроить в 2023 году. Голосование подходит к концу. Заходите на сайт za.gorodsreda.ru, голосуйте, принимайте участие. От вас зависит, как будет выглядеть наш город в дальнейшем, в каком городе нам с вами жить.